Не знаю, как вам, а мне совершенно непонятно. Он причислен к лику святых в моей любимой Сербии. Его почитают в Украине. О нем даже служат панихиду православные капелланы, где бы вы думали? В армии США. А вот наша с вами православная церковь до сих пор не желает канонизировать Евгения за его беспримерный подвиг. Извините за прямоту, но вывод напрашивается только один. Просто засранцы.